уважаемые жители республики! 24 июня – знаменательный день в жизни Чувашии. Сегодня наш общий праздник. Праздник для тех, кто здесь родился, получил образование, создал семью, и для тех, кто приехал жить и работать. Чувашия – родина для молодых и перспективных ребят, которые уверены в своем будущем именно здесь. Это место, где совершаются добрые дела и отбываются мечты. Здесь мы становимся сильнее и заряжаемся энергией на новые свершения. Занимаемся спортом и отдыхаем душой. Мы гордимся своей родиной и нашими богатыми традициями, достижениями наших земляков и великой победой. Ведь история нашей республики – это прежде всего мы, ее жители. В это непростое время с вами предстоит совместная работа по поддержанию республики и ее дальнейшему развитию. Вместе мы обязательно справимся со всеми невзгодами и сделаем все, чтобы уют и благополучие стали надежной базой для жизни Чувашии. Чувашия – это наш общий дом, где живут люди разных национальностей и религий, взглядов и традиций. И сегодня праздник для каждого из нас. Я уверен, что Чувашии ждет счастливое будущее, которое мы создаем вместе с вами каждый день. Я горжусь, что родился и вырос на Чувашской земле. Дорогие земляки, я поздравляю вас со столетием Чувашской автономии. Желаю вам счастья и крепкого здоровья, а нашей республике благополучия и процветания. Мы вместе и бир в перле!